Всем привет, друзья! Привет, ты зашел сегодня ко мне на канал, в гостях у Павловны. Всех с Масленицей хочу поздравить еще раз, кто в шортике, если может, ко мне не заходил. Так что с Масленицей, дорогие друзья! Вчера пекла блины, и мы с мужем встретили Масленицу, остатки он забрал с собой. А сегодня буду печь снова блины. Рецепт у меня называется «Три стакана». Так, что для этого рецепта я возьму? Я взяла 3 яйца. Так, взяла муки стакан. И таким же стаканом измерю молочко. Рецепт называется 3 стакана, потому что я к одному стакану молока, затем сейчас размешаю и добавлю еще стакан кипятка. Соль, сахар по вкусу. Сахара я обычно много не добавляю. И все хорошо размешиваю. Можно, конечно, для этого использовать электрический миксер. А я вот так размешиваю. У меня на канале очень много рецептов к масленице блинов. Это и блины на пиве, блины кефир и кипяток. Это блины с кукурузной мукой. Различные другие виды блинов. Поэтому, друзья мои, плейлист «Масленица», кому интересно. Вот такое тесто у меня получается. Сейчас все комочки размешаю и добавлю стакан кипятка. Все, добавляю кипяток. И продолжаю размешивать. Маленько добавлю растительного масла. И пусть постоит это все у меня. Минут 15-20. Вот такие с дырочками блины получаются. И первый блин не комом, и второй не комом. Продолжаю стряпать. Конечно, у кого семья большая, то... этим рецептом, этот рецепт очень маленький, один стакан молока, кипятка и муки. Нужно в 2-3 раза увеличивать. Сегодня я буду есть блины с растопленным маслом и чуть-чуть соли. Очень люблю так есть блины. Ну что, друзья мои, вот такие блинчики. С этой порции у меня получилось 20 штук кружевных вот таких блинчиков. Пятый блин я слопала, на мне юбка лопнула. Пойду юбку зашивать, чтобы съесть блины опять. С масленицы вас!